Дома культуры на селе – это не просто культурные центры, это место общения сельских жителей, это сердце и душа села. Между тем, состояние домов культуры на селе бывает зачастую неудовлетворительным. Именно в таком состоянии находился и дом культуры хутора Казенокужорский Кашихабльского района. Казенокужорский сельский дом культуры был открыт в 1937 году. Время шло, здание ветшало. Программа восстановления сельских домов культуры пришлась как нельзя кстати. В ходе реализации национального проекта «Культура» в части капитального ремонта культурно-досуговых учреждений в сельской местности 3 декабря 2019 года начались работы по капитальному ремонту здания сельского дома культуры хутора Казенокужорский, который был завершен 31 августа 2020 года. За этот период в здании произведены работы по укреплению фундамента, по благоустройству прилегающей территории, заменены кровля, окна, двери, проведены работы по монтажу систем водоснабжения, отопления, канализации, по внутренней отделке помещений на сумму 10 247 600 рублей. Дополнительно администрации муниципального образования Кашихабльский район были выделены средства на приобретение материально-технического оборудования, в которое включены одежда сцены, кресла, звукоусиливающая аппаратура на сумму более 300 тысяч рублей. Значение данных преобразований трудно переоценить, так как сельский дом культуры – это не только место, где проходят различные праздники, но и сходы, собрания жителей. Сельский дом культуры сегодня – один из немногих доступных источников приятных эмоций. Сюда люди могут прийти отдохнуть, отвлечься от повседневных дел. Для сельчан это особенно важно.